Ну, здравствуй, Андрюшенька, муженек ты мой ненаглядный. Как давно я тебя не видела, пришла с деточками вместе с Коленькой и с Петенькой на папочку посмотреть. Не видели мы тебя 14 годочков, первое свидание только сейчас дали. Вот и пришли мы с Коленькой и с Петенькой на Андрюшеньку посмотреть, на муженька и на папочку нашего родненького, миленького. Не изменился, нисколько не изменился Андрюшенька. Трубку возьми, дура. Я не слышу. Да ты что, Андрей, трубку ты возьми. Что показываешь? Ты что, трубку украл какую-то в тюрьме, да? Ты телефон своровал в тюрьме? Как тебе не стыдно, Андрюшенька? Трубку возьми, дура. Ты же в тюрьме сидишь, ты и там воруешь, ты же за это и сидишь. Очень плохо живем, голодаем, так голодаем, что деточек не видно от голода. Ни Коленьку, ни Петеньку невидимыми деточки стали. Я золото стали. Закопал в саду, закопал вот. Золото. Что ты закопал. Показываешь? Жрешь золото. Там в три горла, да? Как тебе не стыдно, дура. Жрешь, деточек от голода не видно, он показывает, что он жрет, ай-яй-яй. Там золото под деревом закопал, что? Дерево. Да нет у тебя никаких рогов, не изменяла я тебе, дура. Спроси там у деточек у нас. Бритву вот, ты меня по горлу захотел, да, когда выйдешь? А я не боюсь дура. Тебя, я верна тебе, вот, дура. Верна я тебе.